15 апреля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономического развития Итальянской республики Федерико Гуиди. Министр Федерико Гуиди передала главе нашего государства приветствие президента Италии Серджио Маттарелла и премьер-министра Маттео Ренци. Федерико Гуиди отметил, что ее визит в нашу страну создал хорошую возможность для обсуждения вопросов, касающихся дальнейшего развития двусторонних отношений. Подчеркнув значение сотрудничества в энергетической сфере и укреплении связей, итальянский министр проинформировал главу государства о работе, проводимой в ее стране в связи с проектом ТАП. Напомнив о встречах, проведенных в Риме с премьер-министром Италии Маттео Ренци, глава государства отметил значение принятой в ходе визита совместной декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджанской республикой и Итальянской республикой с точки зрения партнерских связей между нашими странами, а также между Азербайджаном и Европейским Союзом. Отметив успешное развитие связи между нашими странами, президент Ильхам Алиев подчеркнул значение сотрудничества в области энергетической безопасности. Коснувшись проекта Южного газового коридора, глава государства подчеркнул важность совместных усилий в реализации проекта ТАНАП. Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что визит министра экономического развития Италии Федерико Гуиди в Азербайджан внесет вклад в развитие двусторонних отношений между нашими странами. На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Италией в области сельского хозяйства, высоких технологий, развития промышленности и других сферах. Глава государства выразил признательность за приветствие президента Италии Серджио Маттарелла и премьер-министра Маттео Ренци, просил передать его приветствие президенту и премьер-министру Италии.